город Караганда Пришахтинский. Там вот автостанция Пришахтинская, а это улица Зелинского. И я по ней пойду. В ту сторону. Я иду в ту сторону, в какую я иду. Сегодня я хожу по Пришахтинску. Улица Николая Зелинского. Ну вот, маркировки появились, и теперь можно уже знать, в честь кого улица названа. Трехэтажный дом. Ну, выглядит весь пятнистый, как, ну, как пятнистые коровы же бывают. Вот, вот прям так выглядит этот дом. Ну, там вот. Это центральная улица Пришахтинска. Пришахтинский — это район Караганды, да? Пролетарский, такой же, как Майкудук. Сокращенно мы, карагандинцы, называем Пришахтинск Прихан. Ну, так же, как Майкудук, мы называем Макен. Пришахтинск Прихан, да, вот 100. С Макена Прихан идет. Пазик. Пазики ходят в Караганде. Раньше их практически не было, но сейчас вот за то, что некоторые маршруты не собирают, люди не появились. Зелинского 17, тоже такой пятнистый, как корова, дом. Буренушка, можно назвать этот дом. Ну, я вот иду, дойду до перекрестка. Вообще вот за вот этим, там остановка автобусная называется Новостройки. Ну, эти новостройки были, наверное, в 60-е годы, наверное. Ну, может, 70-е, да? Вот этот дом, он еще старый, да, он кирпичный такой, ну, типично, как сталинского времени, ну, хрущевского времени. А там уже, да, уже видно, что понятно, почему вот назвали новостройки, здесь кирпич другой. Там школа. 4 года назад я эти места снимал, эту улицу снимал я. Именно здесь вот, когда я шел оттуда туда и шел на ту сторону дороги. А сейчас иду обратно. Кстати, еще раз напоминаю, что на моем канале в описании есть счета для донатов. Донат — это латинское слово, которое в переводе означает дарение, благодарность, да? Лучшая благодарность — это деньги. Ну, естественно, не просто так. Это все для вас, моих подписчиков. Как вот написал в своем комментарии мой подписчик Ник Фари: спасибо большое, Дауир, сколько вы башмаков истоптали ради нас, своих подписчиков. А, изнасили, он написал. Да, да, изнасил. Он совершенно прав. Сколько я вот прошел по улицам Караганды, снимая видеоролики. И вы, мои подписчики, можете любоваться, вот совершать прогулку, не вставая с дивана, по улицам Караганды, да, вспоминать свою юность, свое детство и все это я снимаю ради вот этих минут, ностальгических таких минут, когда вы сможете увидеть своими глазами
с ваших экранов, да, вот смартфонов, кто с ноутбука, кто может даже интернет подключить к большому экрану телевизора и смотреть оттуда. Ради этого всего, да? Да, эти средства, они будут направлены на то, чтобы приобрести более лучшие камеры, чтобы вы могли и дальше вот, вспоминать свое детство, свою юность. Может быть, эти места связаны с нежными чувствами, с вашими первой любовью там. Может быть, вы ходили к предмету нежных чувств по этим улицам. Все же может быть. Все же мы люди. Все мы люди. Все мы были детьми, были молоды. И ради того, чтобы вы могли вот вспомнить это все, я и хожу по улицам, да, изнашиваю башмаки, ну и время я на это выделяю, потому что на самом-то деле мне есть что делать, вот здесь вот снеговики. Есть что делать. И для того, чтобы снять улицы Караганды, мне действительно приходится время выделять. Ехать, да, вот. Ну, при Шахтинск не надо ехать, например. Майкудук надо ехать, например. Михайловку надо ехать, например. Ну и разные другие места тоже надо ехать. Вот езжу уже. Вот в Шахтинске мне пришлось ехать с тремя пересадками. Все ради вас, моих подписчиков, дорогие мои подписчики. Поэтому не стесняемся, перечисляем донаты, благодарность, поощрение меня, поддержка моего канала, это можно назвать, на ход ноги, любая сумма, 100 рублей можете перечислить на рублевый счет, 500 тенге, ну 200 тенге, сколько посчитаете нужным, столько и можете перечислить. Я за любую сумму буду благодарен. И я еще раз повторяю, эти деньги будут направлены на приобретение аппаратуры, камеры. Прежде всего, камеры буду покупать. Вот теплотранзит Караганда, Кировский эксплуатационный район. Да, раньше при Шахтинске был Кировский район. Сейчас Кировский район объединили с Октябрьским. Поэтому им приходится ездить в Майкудук, а в налоговую с Майкудука приходится приезжать сюда. Вот так. Ну вот, я сейчас дойду до перекрестка и потом пойду налево к Терекону. Карагандинцы почему-то называют Териконик. Хочу снять. Ну вот, проглядывает через деревья. Я вот иду пешком к этому Терекону. Ну, иду не просто так, а по обочине дороги. Улицу Зелинского прошел новостройки на улице Зелинского. Новостройки эти были в 70-е годы. Вот.
Я до сих пор не дошел до перекрестка. А вот уже Терекон, два Терекона видны. Терекон от латинского слова terra, это земля. Кон — это сокращенно конус, да? Если вот правильно понять, то это конус из земли. Земельный конус, да? Terra конус. Террикон, поэтому два R. А многие безграмотные люди пишут терриконик с одной буквой. И почему-то коник. Ну это же не конь же. Это конус.